Всем привет, друзья! Внезапно, в коде iOS 12 нашли изображение нового iPad Pro. Соответствующая иконка с изображением будущего поколения планшетов Apple была замечена в разделе с аккумулятором. Кажется, все слухи разом подтвердились. Планшет лишится кнопки «Домой» и станет безрамочным. Ну почти. Что еще очень любопытно, так это отсутствие выреза в экране планшета. Поскольку iPad лишится физической кнопки «Домой», ему на смену придет сканер Face ID. И будет очень круто, если устройству хватит толщины имеющихся рамок для внедрения сканера распознавания лиц. Друзья, спасибо за просмотр, всем пока и удачи!